Проект городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрели на публичных слушаниях. Главный финансовый документ традиционно ориентирован на социальную сферу, несмотря на жесткие экономические условия. Свыше 3 миллиардов рублей направят на развитие образования. Планируется выполнить модернизацию территории школы номер 12 и капитально отремонтировать первый корпус школы номер 16. Восстановить оставшиеся бассейны в детских садах. Будет отремонтировано здание дома детского творчества. В объемах этого года будет продолжена работа по частичному благоустройству придомовых территорий. Возобновят и комплексное благоустройство дворов. Больше бюджетных средств запланировано в 2022 году и на ремонт дорог. Направят их на строительство дорог в 15-м микрорайоне, на проектирование улицы Алябьева с устройством тротуаров, освещения, ливневой канализации. Запланировано благоустройство набережных рек Слесарка и Курдюмка, общественных пространств в 7-м А микрорайоне и в Менделеево.